Прошу всех обратить ваше внимание, автоматический заработок от 100 долларов в день, а также всевозможные программы и неожиданные выигрыши в лотерею, всевозможные сервисы помощи и прочая чепуха, которая сейчас всех завлекает в интернете, попросту не работает. Если вы уже не раз попадали на подобные сайты, рекомендую вам досмотреть данный ролик до конца. И, возможно, вы наконец совершите долгожданный прорыв, получите свои первые деньги на карту или кошелек уже сегодня. Меня зовут Мария Смирнова. Более подробная информация обо мне находится на сайте. Ниже вы сможете ознакомиться с ней самостоятельно. Давайте все-таки смотреть правде в глаза. Нет ни одной волшебной таблетки, сайта, программы, которая поможет зарабатывать вам кучу денег. Каждый успешный бизнесмен использует связку из сервисов и какой-то свой подход для заработка. Я вам наглядно могу показать, как в день получать от 3000 рублей, и также научу легко получать такой же доход и вас. Сейчас мы вместе с вами находимся в моем личном кабинете на сервисе, благодаря которому я вместе с вами буду зарабатывать. Часть экрана по вполне понятным причинам скрыта, но самое главное, а именно общий доход и заработок за сегодня вы сможете отследить. Думаю, многие, кто увидят этот ролик, уже успешно зарабатывают с помощью данного сервиса. И если вы из их числа, можете данный ролик просто пропустить. Те, кто еще, так скажем, не в теме, с помощью моего обучения смогут с легкостью это исправить. Я специально вывела все деньги для того, чтобы показать вам, какой доход вы сможете получить с полного нуля. Итак, сейчас я нахожусь в Москве. Здесь у нас утро, 11 часов утра. Я приостановлю запись данного ролика и начну работать по своей методике. После всех нужных мне настроек продолжу запись, и вы сможете посмотреть, сколько времени у меня на это уйдет. Система заработка полупассивная, и поэтому ручками каждый день необходимо будет работать. Но, к счастью, даже у абсолютных новичков на это уходит не более 1 часа в день. Итак, приступим. Итак, друзья, прошло примерно полчаса. Все готово. Далее я могу заниматься своими делами. В течение дня доход будет поступать ко мне на автомате. Все вспомогательные сервисы, а также пошаговую инструкцию по работе вы, конечно же, получите у меня в обучении. Сразу же хочу отметить одну особенность, что никакие вложения для начала работы от вас не потребуются. И стартовать вы сможете с самого нуля. Давайте же с вами вернемся обратно в наш сервис. Попробуем его обновить. И посмотрим, удалось ли мне что-то заработать на данный момент. Как вы видите, баланс у нас сейчас составляет 850 рублей. Отличное начало дня, я считаю. Сейчас я опять же прервусь, продолжу запись сегодня вечером, и мы посмотрим, какой доход будет получен за весь день работы по моему методу. Друзья, вот и пролетел день, на часах у меня без 15:08. Для вас, само собой, прошло несколько секунд, если вы смотрите этот ролик. Давайте с вами обновим страничку теперь. В личный кабинет я не заходила и ничего не трогала. Как мы видим, заработок за сегодня составил 3400 рублей. На мой взгляд, отличный результат, учитывая, что на работу мы потратили меньше часа. До чистоты эксперимента я вновь приостановлю запись ролика, поработаю неделю и покажу вам, какой результат мы сможем получить за это время. Ну что, прошла ровно неделя. За нее мы получили 25 650 рублей, а за сегодня 3 150 рублей. Итак, на календаре у нас 17 марта, 5 часов вечера. В моем случае эти деньги, 25 650 рублей, будут выведены автоматически уже в самое ближайшее время. Вывод средств производится каждый вторник. Вы сможете так же, как и я, получать выплаты на автомате, или же можно заказать досрочную выплату и получать деньги хоть каждый день. Для того, чтобы вывести денежные средства, ничего платить не нужно. То есть вывод производится без каких-либо комиссий. В моем случае деньги выводятся на Яндекс.Кошелек. Вы сможете получать денежные средства на карты Альфа-банка, Сбербанка, Тинькофф, ну и любых других банков, Киви-кошелек. И здесь просто большое количество разнообразных электронных кошельков. То есть на любой практически электронный кошелек или карту деньги можно вывести без проблем. Сейчас я вновь прервусь, дождусь, когда деньги будут выведены на мой Яндекс.Кошелек, и мы с вами сможем убедиться, что данный сервис без проблем выплачивает денежные средства. Что ж, друзья, ждать нам пришлось недолго. Деньги вывели на мой Яндекс.Кошелек.
И, собственно, деньги успешно ко мне поступили в полной сумме, а именно 25 650 рублей. Как я уже говорила ранее, никаких подводных камней здесь нет. Никаких там комиссий, скрытых платежей для вывода денег вам производить не придется. Давайте с вами обновим страничку. Как мы видим, у нас все осталось на месте, никаких фокусов нет. А все потому, что это реальный доход. Причем абсолютно любой человек, который смотрит этот ролик, сможет повторить точно такой же результат. Все, что вам потребуется для того, чтобы получать точно такие же результаты, вы сможете получить прямо на этом сайте. А именно полупассивную систему заработка денег в интернете. И это при занятости 1 час в день. Вы будете зарабатывать от 3000 рублей и более. Хочу отметить, что вам не нужны будут вложения, не нужно будет разбираться в каких-либо сложных процессах. Курс, который вы сможете получить на этом сайте, тестировался на новичках, и все как один получили и продолжают получать аналогичные результаты. С некоторыми из них вы можете ознакомиться на этом сайте ниже, поэтому я с уверенностью могу заявить, кем бы вы ни были, если вы сейчас смотрите этот ролик, результат вам просто гарантирован. Присоединяйтесь прямо сейчас, и вы совершите, наконец, свой долгожданный прорыв в интернет-заработке.